Ну что, экран... Ну, давайте, чего у вас там? Надо запустить тебя, да? Да, да, да. Так, вот демонстрация. Так, значит, что нужно? Сейчас зайти на наш форум. Как? Заходить? Ну вот, да, заходите. Вот в оперу зайдите. А куда? Вот сюда? А да. Меня выключите. Выключите видео. Видео выключите. Как где? А вот. Почему выключить? А вот посередине. А чтобы оно не мешало. Ну ладно. Я обычно. А теперь что нажимать? Вот эту? Да. Вот, теперь смотри. Как я обычно вы на форум. Я вот открываю. Вот оно. Общий поиск, вон. А, вот общий поиск. Вот, общий поиск. Видно, нет? Вот, вверху. У меня все остановилось. Ну, общий поиск. Демонстрация экрана, что-то... Я ничего не вижу, все остановилось. У вас что-то закачка идет, нет? Да. У меня все время да. Закачка, круглосуточно. Неделю-то стояла на месте. Он говорит, ничего не видит он. Ну, я не знаю тогда, как мне прерывать-то там. Прерывать-то никак. Попробуйте еще раз демонстрацию экрана отключить и опять включить. Так, что тут отключить? Демонстрацию экрана. Где его найдет теперь? Ну, где значок-то? Где вы? Ну, нету здесь. Ну, сверните. Он около сердечка, на него нажать и там остановить пока. Свернуть? Угу. Вот это? Угу. Ой, все, заработало, заработало. Заработало, говорит. Все, я вижу. Ну вот, теперь общий, вот сюда вот я, допустим, заряжаю. Что тут написано? Потеряевка, Стерлигов, без разницы. Потеряевка. Вот теперь найти, видишь, я найти. Я нажимаю, она работала, а сейчас не работает. Вот, глядишь, что она выбросит сейчас. Сейчас прочитайте мне, пока я ничего не вижу. Да. Ну, она это медленно тут заходит. Потеряевка. Ей надо открыть Потеряевку. А она выбрасывает. Вот она теперь. О, открылась. Это не пойдет так. Я вчера им криншот или кто он там. Я послал им. То, что здесь у нас, когда выкидывал табличку. Это вообще никуда не. Может, они что-то сделали, кто его знает. А может, то, что Вячеслава система испугалась. Система испугалась. Ладно, в моем мире. Так, теперь я что, копировать? Вставляю заново. Сейчас ищу другую. Вставить. В моем мире найти. Так вчера мы им посылали. Ах ты. Да чего смешно, выходят, на вас люди выходят, лежит под одеялом голый и разговаривает. Ну да. В скайпе вам позвонил человек. Так не придумать. Ну да, такие вот бывают. Так вот смотри. Они мне вот что выкинули. Вот она сюда, сюда заходим. Вот, видишь, вторая страница, это, вот, Кос Саппорт Тим. Помощь вот здесь. Нажимаю я ее, ладно? Они мне на мой мир. Я ничего все равно не вижу. На мой мир мне прислали. Обратная связь называется. Не видишь? Нет, я ничего не вижу. Мне ничего не идет, потому что там все, сеть вся занята. А как же быть-то? Тут я ничего не пойдет. Ну вот я нажму ничего сейчас, может быть. Я сейчас нажму, может быть, она туда выведет. Вот. Нет, там просто не хватает трафика интернетного. Пропускной способности не хватает, чтобы еще мне картинку посылать. Ну, вот что сделать-то? Вечером, наверное, такая перегрузка идет. Ладно, если заработало, то все хорошо. Так главное, удивительно, я уже неделю, наверное, бился. Но мы кое-что делали, нажимали, видимо, до них дошло. Они так ласково с нами, дескать, только дайте знать, мы поправим вам. И, видимо, поправили. Ну, а что сказать дальше? Теперь я что там скинул вам? Брат, тут не просто так. Если закрыть, теряются все комментарии. Если я какой-то плейлист, да. Теряются все мои подписчики, ничего нету. Это не пойдет.
надо образовывать второй канал где-то. Или, а кроме Ютуба какие-то есть другие системы? Есть Рутуб, но там людей очень мало. Потом Контакт, ну много где есть. И есть в Ютубе второй канал. Вы разве не знаете об этом? Не знаю. А там то там что, легче? В Ютубе есть второй канал, там подписчиков, ну, может, немножко меньше, чем то. Ну, так там те же самые правила действуют. Ну, конечно. Ну, так а что-то, что мы выгадаем-то? Они и там будут резать. А вот я вспомнил этот, Максим-то этот, или Максимов Георгий тут-то, говорит, закрыли-то. Он на меня, когда его спросили, как он начал меня полоскать. Какой же он работник, ну, да. Не встречался, не беседовал, сидит, жует меня прямо живьем. Да тогда удивительно. То есть Бога не боятся совсем попы. Совсем. Стоит в алтаре, руки поднимает. Как же так это? Они не правы. А если вот если заблокировать канал, например, да, вот как Игнатий Тихонович хочет, они же от нас никакой тогда не будут иметь дохода. Они же в основном это ради денег все делают. Реклама, вот это все. Ну да. Так что это может быть вот опасно. Вот именно. Ну так-то что они на любом месте. Я беседовал сколько с еретиками, с разными. Они теперь к этому привяжутся, скажут, ты еретиками назвал. А как их назвать-то? Геннадий Ильич, а вот, Вячеслав, хотел вопрос задать. А если заблокировать, например, давать комментарии? Или там... Нет, А жалоба-то все равно пройдет, да? Жалоба-то она минует это же не в комментариях. Ну да. Нет, ничего не сделал, только Бог, только молиться и все. Да. Ничего нельзя сделать. Да. Вот они на меня, допустим, ринулись, а до места-то не дойдут. Вот он шел по линии, а его поезд задавил. Уже двое приезжали. Вот именно. Без разрешения, уже 3 человека приезжали, все мертвые. А с какими намерениями-то? Еще не знаем. Звонят. Я уже у дверей стою, открывай ворота, я здесь, я с вами разберусь. Ну, понятно. Ну, да. Этот-то, как его звать, Максим Георгиев или как его? Георгий Максимов, наверное. Или Георгий Максимов. Да. Ну, и его... Ну, хорошо. Он всяких сектантов хорошо полощет так. Его ненавидит много кто. Ну как ненавидит? Так он... Откройте глазок. А? Глазок откройте. А, вот как. Вот, откройте. Чтобы вас видно было. Ну да, друг друга-то мы можем видеть. А это же можно демонстрацию уже отключить. Да. А еще нажать еще раз? Вот здесь, да. Да? Остановить показ. Все, да. Вот так. Ну, я не знаю слово полощи, то другое. Это. Он с ними беседует или сам отдельно сидит и говорит. Он, похоже, сидит в кабинете, он нос не высовывает. Ну и полощет. У меня-то не так. Вот он зашел, допустим, Шаповалов, раз, другой, третий. Мы с ним беседуем. Он книги мои выписал, я ему послал. Едет в дороге, разговариваем. Я ему рассказываю, как есть. У нас даже не диспут идет, а мы делимся то, что есть. Вот сегодня в моем мире мне большой материал скинули из моих материалов мне скинули о Ярле Песте. Что я говорил, как меня судили, сколько было. А она там все везде набирает такое. Ну и поблагодарила за то, что у меня есть. Я там говорю, как так, такой человек, Ярл Песте, столько проповедовал. Как он не заботился о том, что рукоположения-то нет, что он не в церкви-то. Я ему пишу, а он мне не отвечает на это. Мы переписывались. Это что, мне тоже в вину? Или я с Александром Менем беседую, сидим. Но я ему говорю, не согласен. Так мне начали звонить, я 6 передач сделал по ГТРК. Я говорю, я могу говорить, а вы не можете, потому что вы пинаете мертвого, а я разговариваю с живым. С живым, и наши отношения не испортились нисколько. Но люди-то уже как начинают, если боготворить, ну тут не дыхни, не вздохни. Короче, если бы разговаривали вот так, они бы увидели, что я не полощу. Я просто открываю место Писания и показываю, я доказываю ему истинность такой-то темы. Там рукоположение, об иконах. Как они привяжутся к этому, не знаю.
А я считаю, все-таки я за себя нигде ему Георгию не написал ни разу, Максим, это, Максимов-то, ни слова. А видишь как? В конце концов, где-то что-то, полощет. Так это же, разве можно это, как полощет? Я вот, смотри, четыре письма написал, и от Путина, от всех получил ответ, за свидетелей Иеговы. Я их не полощу, наоборот, я показываю. Или с мусульманами, я все время ставлю их в пример по многим фактам. Они у меня... Ну, он Московской Патриархии, как один из таких самых сейчас, по сетям, то есть он как бы реагирует на вот ситуации любые возникающие, он раз, сразу. Ну, как реагирует, ну, когда как он бы... не разговаривал, не видел, уже у меня в еретике, в раскольнике, ну, как он? Ну, он, ну так он по как бы по движению вот этого духа, вот этого внутрицерковного. То есть они вас все, допустим, что-то против вас имеют, и все, он по ней в это. Он не будет против идти-то. У него такого нету. Ну где же Бог? Он из таких, которые. Он никогда не будет идти против своего начальства-то. Ну так а зачем он живет-то тогда? На суде-то Божьем это будет как показано? Ты душу-то искорежил свою. Что ж ты делал? Ты кому ты уважал? Вот он сейчас, раскопай мощи какого-то там, умер 200 лет назад патриарх или что. Ну там ничего нету, кости, и те уже полугнилые или сгнили. А ты выламывался перед ним. А обо мне спрашивают, мы же могли друг другу что-то помогать? Нет. Ну почему отец Владимир Главин-то на меня не бросился? Почему Андрей Кураев на меня не бросился? Максим Скакун, Каскун или как там, почему он на меня не бросился? А он просто разбирает, говорит, и... А этот прям сразу, первый вопрос, он сразу бросился. Вот Глеба Горбовского, Грозовского-то спросили. Он только не, он ничего не сказал, сказал, зачем вам кого-то искать? У нас же есть своя литература, считать. А я его каждый день молить и поминаю. Не дай ему отчаяться. А доказано, не доказано, педофилия, это меня это не касается. Ему тяжело, и я сопереживаю с ним, плачьте с плачущими. А он обо мне отозвался, и как? Он не отозвался, сказал, что у вас есть книги, считайте, я его не знаю. Вот и все. А этот прям сразу бросился, и все, и еретик, ну ты теперь докажи, по каким пунктам еретик. Если я еретик, а митрополит служит со священниками, то по канонам они все отлученные должны быть. Ну ты маленько дальше-то смотри. Говорит, как будто горящая картошка во рту у него, мне все кажется. То есть он лишнее имеет. А нет, бы познакомился, узнал. Сейчас одни нападают на меня. И что придумали? Я проповедую обрезание. Обрезанные мозги у людей. Какое же обрезание я проповедую? Где? Когда? Хоть один раз? Нет. Они где-то, Фрунзенское, город Фрунзе, Бишкек называется, Киргизия. Там вообще ко мне отношения не имеют. Но ему надо ответить. Он. А если бы вас спросили, я бы сказал, не знаю. И как, вы все знаете? Не знаю, я не встречался. А если встречаюсь, то ни одна встреча мне нужна подробно, по всем вопросам. Как же я бы давал ответ-то? Ну, он на меня нападает один. Ну, я не знал, это вот... Давай договоримся так, мы честно сейчас разговариваем, да. Ты не знал. Я правильно понял? Да, поэтому я на вас так говорил. Ты на меня не знал и говорил ложь. Почему ложь? Ну, неправду говорил-то. Я бросил жену с молодой, уехал куда-то, ты говорил это. И говорил в храме, меня называл по имени и фамилии, что запрещает Златоуст. Было это? Было. Но я не знал, я понял, ты не знал и говорил. Говорил ложь, давай по порядку. А ложь от кого? От дьявола. И ты стоял в алтаре у престола, священник, поднимал руки. И почему же тебе Бог-то не сказал, что ты лжец? Что ты с сатаной во рту сидишь? Ну, ни при чем это ты, а тебе я ничего не могу сказать. Я тебя пригласил дома, ты он не знает, что я все знаю-то. Угощает Надежда Васильевна пирогами, а его это тем более трогает. Как же так это я? Ну, ты, у тебя связи с Богом нет. Бог-то тебя обязательно положил бы на сердце. Еще раз говорю, мне свидетели Иеговы не друзья. Но я нахожу, говорить о них доброе, сидели двое со мной, какие они хорошие. То, что ходит из дома в дом, я ставлю их в пример. Ты же видишь, я кого ставлю-то? И японцев, и англичан. Я не спорю, а мусульман уж говорить не хочу, там я от них подряд беру. Как умеют они девственность сохранить, как они пятикратный намаз любят, где все собираются.
как Андрей Кураев сказал, говорит, религиозно талантливые. Я согласился, и это слово его подхватил. А это не слово. Секунду. А ты вот сейчас, слушай, друг мой, ты как-то выйди на Максима-то этого, на Георгия Максимова-то, ему скажи, ты нападал вот на Игнатия, спрашивали вопрос, а у меня нет ни одного, кто нападал, остался бы живой, ни одного нету. Вы скажи, ошиблись и очень сильно. Скажи, что надо дальше делать, оболгал. В первую очередь встретиться, попросить прощения, и потом-то другое, тебе канал могут и вернуть. У меня защитников много. А Господь посылает их. Можно это сделать? Ну, попробуй, попытка не пытка. Просто, мне сейчас позвонили, мне надо выйти, котенка, у меня берут котенка, и мне надо вынести его. А у меня, пусть у меня возьмут, я им дам кошек. Ну, давай, иди тогда. Все тогда, да? Давайте сейчас это, да. Все, так на этом расстанемся, у нас больше разговора-то и нет никакого. Вы перемолотите у меня везде. Где-то музыка какая-то, все выбросить это. Где какие есть, мне только укажите, какие ролики. Я сейчас поговорил с этим, с Вячеславом, он насчитывает по этой тематике-то. Я говорю, ты сразу считаешь, ты же видишь, ничего нету. Ставь плюсики, минус. Больше 100 вопросов, ответов такие я давал. Я же не просто так даю ответы. Все, да? С Богом, Игнатий. С Богом. Да. С Богом.